Друзья, всем привет! Сегодня я хочу сделать в этом видео важное объявление. Я ищу оператора в Москве для съемок своего короткометражного фильма «Элли Сонг» по мотивам игры Last of Us. Эта история расскажет о друге Элли Дэвиде, который является буддистом и противником насилия в жестоком мире постапокалипсиса. Однажды он с Элли попадает в засаду цикад, которые не оставили попыток сделать вакцину на основе ее иммунитета. Повстанцы похищают Элли, и теперь перед Дэвидом стоит сложный моральный выбор между своими религиозными убеждениями и спасением лучшей подруги. У героя в фильме будет достаточно внушительная арка развития, которая визуально будет выражаться изменением оптики, композиции, освещения, цвета и других визуальных компонентов. В фильме будет очень много интересных визуальных решений, чего только стоит съемка на миниатюре, которая сама по себе является уникальным опытом. Ну и помимо этого будет много изобретательных моментов, например, я хочу повторить вот этот вот сетап из новой части Bad Boys, а также будут отсылки к работам Эммануэля Любецки, Роджера Диккенса, Витторио Стораро и других великих операторов. Со своей стороны, я гарантирую, что наша работа станет увлекательным и уникальным путешествием, и надеюсь, что началом большой дружбы. Если вас заинтересовало это предложение, то пишите мне в личную телегу, которая указана в описании видео, и вы видите сейчас ее на экране. Внимание! Огромная просьба писать только операторам. Когда нам нужны будут люди на другие позиции, я об этом непременно сообщу. Всем вам спасибо за внимание и до новых встреч на этом канале. Всем пока!